Лучше найди остальных. Лучше найди остальных. Уиллис, ты? Тейсон, я нашел твоего друга, Кита Рэмзи. Его купил один из киллеров Хойта. Он сидит в баре в трущобах. Как его зовут? Бак. Ха. Его зовут Бак. Он полный муп. Пошло оно! Не беги впереди провоза. Давай решать проблемы по мере их поступления. Кроме того, возможно, скоро пойдет дождь. Сезон еще не закончился. Что будем делать? Делай, что хочешь. Лично я не хочу уходить с ружьем, как толпа этих придурков. Я буду счастлив, если просто смогу пережить... Ты Бак? День рождения не сегодня, но ты похож на Санта. Я пришел за другом, Китом. Извини, его не знаю. Ты купил его, Хойта? А, это он. А он назвался... Ты психуешь? Согласен. Перейдем к делу. Стало быть, ты Джейсон Брозери. Слушай, мне просто нужен Кит. Джейсон. Но не все же тут дикари. Мы деловые люди, достойные капиталисты. У меня есть то, что нужно тебе, верно? Это товар. А у тебя что нужно мне? И что это? Спокойнее, Джейсон. Не кипятись. Убьешь меня, никогда его не найдешь. Найди его. Сделаешь, и мы с тобой в расчете. И Кит уйдет с тобой. Принеси мне то, что потерял. Я уже видел этот ножик. Ножик? Ножик? Хуёжик, блин! Шедевр! В нем истории больше, чем в ваших задницах! Это выкуп за Кита, понял? И где он? Тот искатель. Знал, где искать. Но вас захватило его судно. Информацию о каком-то китайском сокровище и экипаж. И что еще? Нож? Не чертов нож.
его местоположение. Хочешь, Кита, заберись на судно и выясни, где зарыто это чертово сокровище. Вали. Thank you.
мою мать! Oh, yeah.
Давай, мне нужны эти данные. Да, сраные повстанцы, подавитесь этой дырой! Эти данные. Oh!
Я его вижу! Сколько же тут пиратов? Побегу, включу сирену! Я иду!
Возьмем его! Его тут нет! Я его нашел! Тебе крышка! Что в этом компьютере что-то есть. Вот он. Это вроде важный комплекс. И может приведет к ножу. Быстрей, говнюк!